очень мало мне нужно для счастья. Мне хотелось бы, чтоб светлой рощи этих поздних берез осенних, чтобы мама жила подольше. Мне хотелось бы, чтобы рядом шла со мною моя любимая, а морщины ее ложились на мое лицо, как дороги. Мне хотелось бы, чтобы сын мой из-под дедовских век нависших на костры смотрел и на солнце немигающими глазами. Мне хотелось бы, чтоб руки друга не тянулись бы вверх от страха, не тянулись бы вниз от лести, а хрустели бы от пожатий. А еще мне для счастья нужно, чтоб сороку олень не предал, чтоб моря никогда не мелели, чтоб земля никогда не остыла, а здоровье оно не вечно, а удачи они попозже. Оно не вечно, а удачи они попозже. Это было за 4 дня до конца войны на Черном море. Нам велели закрыть все входы и выходы из Севастополя. Мы пересекли море с конца в конец и пришли сюда, из ада в рай.
красотища какая. В таких ботиночках воевать можно. Удивительное дело. Здесь на каждой скамейке сидят вместе жизнь, смерть и любовь. Перестань. Любишь говорить красиво? Говори, говори, Саня. Не мешай. Нет, правда. Как странно все перемешалось. Ялта, девушки, кипарисы. А в четырехходовых часах Севастополь. Так проще жить. Здесь вдохнул свое, там выдохнул. А по-моему, так сложнее. На войне у всех воюющих должно быть только прошлое и будущее. А как быть с настоящим? Настоящее — это война. Все вы как-то сильны по части будущего. Кто это мы? Все объясняющие. А вы? А я люблю этот крахмал. Белые простыни, тугие подворотнички. Доброе утро. Спокойной ночи. Прошлое и будущее, говоришь? Ты жестокий паренек, Баталин. Я паренек справедливый. Чепуха все это, Саня. Мир полон звуков. Пошли, Атари. Слыхали, морячки пришли. Вот захочу... и выйду замуж за морячка. До взятия Севастополя. Навсегда. Ты чего не ешь? А. Скорее бы все это кончилось. Ты ведь ничего шить не умеешь, кроме армейских гимнастерок. Научусь. Ой, девочки, целуются. Где? Но. Пойдем отсюда. Пойдем. Я посижу маленечко. Что ж ты меня ни о чем не спрашиваешь? Ты же писала. Я рад. Трудный был переход. Все в порядке. Что в порядке? Все в порядке. Ты смешной в очках. Да, это скоро пройдет.
Врачи говорят, недели 2-3, не больше. А я комнату сняла. Пойдем домой. Пойдем. Лола деревянная. На магнитных минах не подрывается. Мелко сидящая. Якорные мины ей не страшны. Сколько миль парусник идет чистой водой? Миль 5-6 в районе Констанции. Она работает только на линии Констанция-Севастополь? Лола приходит в Севастополь почетным числом строго через день. Туда везет тол, обратно высшее офицерство, секретную документацию и ценности. Почему ее нельзя засечь и расстрелять с воздуха? На ее палубах севастопольские дети. Для прикрытия? Да. Вопросы? Предложения? Баталин. Чудаков. Кикнадзе. Юровский. Подымахин. Нужно подумать. Выход в море в 18:00. У меня все. Мой сегодня в таранном отсеке спал. Еле ноги разогнул. Твой большой. Большой. А твой маленький. А мой маленький. Он сам велел сколотить, или ты догадался? Он. Говорит, обзора маловато. Боится вилку при обстреле пропустить. Так виднее, конечно. А не велика ли скамейка, Максим? Да вроде нет. Если скажет, что велика, пилю. Мой бы в жизни сказал. Так и мой не скажет. Ты же говорил, скажет. А может, и скажет. О, твой идет. Верно! Больно! Не команда, а пираты. Заправь мою зажигалку. Сигнальчика ко мне. Ну как жемчужина Крыма? Время маловато, пока туда-сюда и обратно надо. Ясно. Привет Юровскому! Эй, желай, товарищ лейтенант. Привет! Привет. Видел товарища старшего лейтенанта Подымахина? Ну да. Угу. Ай, как почтительно. Подымахин мой кумир. Кумир — старомодное слово. Ну и что? А мне опять не выдали реглан. Ну это уж по-настоящему беда. Слушай, возьми мой, мне его все равно разносить надо. Никогда. Слышь, Валя, опять Подымахин? Угу. Здравствуйте. Это? $150? Ну, вы же знаете. А для вас. Спасибо. Вот что, настроение плохое? Бывает. Привет. Привет. Все, торопимся. Время такое, Катюш. Привет. А я ведь тоже моряк. Наверное.
Мотор прогреваем. Моторы прогреваю! Моторы прогреваю! Прощайте. Пока. Моторы прогреваю! Моторы прогреваю! Добрый день. Мое почтение. Дальше не надо. Я не люблю, когда ты меня до проходной провожаешь. И я не люблю. Мне всегда себя жалко. Почему? Тебя ждут на катере, и ты сразу бываешь вместе со всеми. А я ухожу одна. О чем ты думаешь? Обо всем. Сделай так. А теперь иди. Иди. Что, в очках виднее? Конечно. А меня представляете в очках? Нет. Как думаешь, встретим их сегодня? Может, встретим, а может и нет. Хорошо бы встретить. Известно дело, хорошо. Так все-таки встретим? Да я уж об этом и не думаю. А о чем же ты думаешь? О Машке. Я о ней всегда думаю. Транспорт. Торпедная атака! Торпедная атака! Только в самом начале. У меня есть водное, говорю. Выпьем за наших товарищей. За погибших. Так как же это все-таки было? Когда я заметил, что у чудака дым-шашки не сработали, ему... Я довернул на 3/4 и... Ты разговорчивый паренек. Вы играете? Наверное. А он играет на рояле. Ну да. Да?
Играл. Хорошо играешь? Нормально. Вроде не играю. А ведь это так просто, борода. Улучшим свое состояние. Олег, сыграй нашу, гардемаринскую. Какую? Гардемарины? Ну, это вроде как морские студенты. Жил-да-был Сигамбриоз, он нам сказочку принес прямо на борт корабля. Про страну, про страну, про страну. Тра-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля. Это странная страна, там с утра и до темна тянут вместо якорей. Боблу с пивом, боблу с пивом, боблу с пивом. Из морей, тра-ля-ля-ля-ля. Там куда ни погляди, из красоток пруд-пруди, там без писем и вестей. Ходят в гости, ходят в гости, ходят в гости. Из гостей, тра-ля-ля-ля-ля. В той стране запретов нет, там бесхитростный поэт. То ля да горя, то ль шаля, изобрел, изобрел, изобрел. И с тех пор, как валуны расплодили шалуны, все слова от А до Я заменил, заменил, заменил. Тра-ля-ля-ля. Был Сикамбриоз, он нам сказочку принес прямо на борт корабля. Про страну, про страну, про страну. Тра-ля-ля-ля. Мир полон звуков. Молодец. Конечно. А Баталин? Перестань. Один учитель музыки все свои уроки начинал с фразы: главное — убирать ноги с педалей. Не понял. Не жми на Саню, говорю. Ваше здоровье, Галя. Благодарю. Принеси картошку. Ну, посидите с нами. Не могу, картошка разварится. А что такое сикамбриоз? Сикамбриоз, борода, это... Это... Тот, что сказочку принес прямо на борт корабля. Ты, Матвей, по-моему, слишком все упрощаешь. Главная задача на войне — выжить. А утром? Сам же выпрашивал свободную охоту. Так то ж Лола. Понимаешь, как интересно, на полном ходу пристроиться к ней и... На кортики их. Улучшим свое состояние. А потом все как у Грина. Я вхожу в бухту под парусами, играет оркестр. А на конце мола в белом платье стоит командующий золотой звездой. Злой и точный, как аптекарь. А я, борода, добрый, как червонный валет. Ну какая я борода? Именно ты и есть борода. Правильно, Галя? Не знаю. Странная привычка у вас называть всех борода. Кстати, по-русски валет не червонный, а червовый. Не надо спорить, ребята. Улучшим. Ведь это ж так важно — улучшить свое состояние. Галя, вам цинан дали? Не хочется. Это же виноград солнца. Не нужно. Пить надо розовый мускат. Я же сказал, что не надо. Золотая звезда – это хорошо. Особенно после войны. Да, это хорошо. Эх, чтобы в тебя сомнения поселить. Всех ты судишь, все ты знаешь. А может, у Сани, как у Платана, кожи нет. Фуражка, штаны есть, китель есть. А кожи нет. Может, в связи с этим ему и в море не ходить?
Не в море человек живет, на земле. Правда, Галь? Правда. Этим утром я принял решение. Принял решение. Следы. Это был человек и нету. Следы. Это только то, что осталось. Следы, не размытые морем, вдоль моря. Следы, словно петли, вдоль окон до желтой березы и вновь вокруг дома. Вдоль окон до желтой березы крыльцу моему. Этим утром я принял решение. Следы от сапог, от ботинок, от туфель. Босые следы, уходящие в лес или в дюны. По ростой примятой траве, по первому снегу. Следы, это был человек и нету. Следы, это только то, что осталось, но все остается. С тобою навеки, но все с тобою навеки уходит. А тебе уже ничего не страшно, если утром, а не днем и не ночью. Если утром, а не днем и не ночью. Один на один с собою. Один на один с собою ты принял решение. Ты принял решение. Если утром, а не днем и не ночью. Если утром, а не днем и не ночью. Один на один с собою. Один на один с собою ты принял решение. Ты принял решение. Этим утром я принял решение. Принял решение. Везет же людям. Да. Ты о Чудакове? Ты тоже можешь быть таким же везуном. Ха. От Гали, дочь, это хорошо. И война скоро кончается. А вдруг его убьют? Кого? Чудакова. Стоп! Есть мужская конвенция. Чудаков больше в море не идет. Сколько у нас осталось выходов? До штурма Севастополя? 3-4. Все сходится. Пусть у парня будет отец наверняка, правда? Все по науке. Ты как туда забрался-то? Я уже не помню. Ну, давай. Ну? Опля! А где ваши пароходы стоят? Вон там. Они долго стоять будут? Всегда. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошая погода. Хорошая. Можно вас провожу? Пожалуйста. А вы меня разве не знаете? Нет. Я же буфетчица, Катя. Ой, да вы еще, наверное, не курите. Курю. А мы вернулись после торпедирования. Корабли сходятся на встречных курсах. А потом...
это про кого сказано? Так вонзай же, мой ангел вчерашний, сердце острой французской каблуки. Про тебя. А почему ангел вчерашний? Потому что ангелы прилетают и улетают. У них характер такой. Холодно. Который час? 13. Ты смог бы выкупаться в этом море? Вообще-то можно. Только холодно. А я бы смог. А что вам для этого нужно? Нужно принять решение. Да что вы, товарищ командир. И вы можете его принять? Уже купаюсь. Товарищ командир. У меня сегодня хорошее настроение. Товарищ командир. Я говорю, у меня хорошее настроение. А водичка-то какая? Держи. Узкий зад, широкая спина. Айда, парень. Хочешь, познакомлюсь? Валяй. Думаешь, так просто? Они думают, что они нас выбирают. А приговариваем их мы. Не таких. Верно, товарищ комдив. Пил? Не грамма. Губы у тебя сухие, красные, как с похмелья. Я никогда не был. Никогда. Купался? Так точно. Наслышан. Температура? 33. Врача сюда. Пижон. Где командир? Не могу знать, у нас готовность 2. Разыскать. Есть! Сам же предложил. Товарищ комдив, я совершенно здоров, разрешите? Сам же просил. Свинья ты. Старший лейтенант Чудаков прибыл по вашему приказанию. Пойдете вместо Подымахина. Есть. Идти вместо Подымахина. Борода! Матвей!
тебя голова в руке. Запамятовал. Нагуливаешь себя. Мучаешься. Думаю. Тебе есть о чем подумать. Ну, а ты? Ты бы как поступил? Я бы застрелился. Такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, а просто я другое дерево. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Нет, а просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое. Я другое дерево. Привет. Накат наваливается с Норда. Как бы концы не порвало.
Его убили. А где Галя Чудакова? Вам виднее. Мне? Почему? Как-никак сослуживцы. Вы же знаете. А это для вас. Катя, к тебе. Я вас слушаю. Я, пожалуй, поел бы что-нибудь. Камбала, салака. Пить будете? Пить не стану. Давай я. Твои клиенты. А, здрасте. Здрасте. А я вас знаю. Вы командир торпедного катера. Друг дяди Саши Чудакова. А я вчера простыл. Бывает. Куда вы? Домой. А где вы живете? Там. На небе. Я вас провожу. Я живу далеко. Все равно. В горах. Тем лучше. Скоро будет совсем темно. Тем более. Почему? Что почему? Почему тем более? Потому что я ночной человек. Почему ночной человек? Потому что мы днем спим, а ночью уходим в море. А вы настоящий моряк? Настоящий. И вас никогда не укачивает? Никогда. Вас всех никогда не укачивает? Всех. А я не устаю в горах и в лесу. Мой дед был лесник, я у деда воспитывалась. Я слишком много говорю, да? Нет, почему же? А иногда я могу сутками молчать. У меня дед был молчун. Да и о чем нам было с ним разговаривать, когда он все, что знал, рассказал.
А вы тоже молчун? Как когда? Ваш дом? Мой. И собака ваша? И собака моя. Черный ты мой, черный. Скучал, да? Скучал, скучал. Проходите. Мензурка. Я метеоролог. Охотитесь? Нет. А зачем вам ружье? Нам положено. От хищников спасаться. Да. Ну, спасибо, что проводили. Я никуда не пойду. Как? Мне некуда идти. Как вас зовут? Люба. А меня Матвей. Ну, пожалуйста, не надо так. Я ведь не маленькая. Хотите, я вас провожу? Я очень устал. Спать хочу. Собаку это не страшно. Чай, что ли, пить будете? Буду. Ложитесь. Ложитесь. Спасибо. Хорошо у вас тут. Тихо и сумрачно. Вечерами здесь бывает страшно. А утром опять хорошо. Посидите со мной. Вы меня боитесь? Нет. Тогда посидите. Сосны весной затекают смолкой. Смолы, как реки, текут по сосновым стволам на землю.
ветры катят смолу по земле к морю. Море нянчит смолу, превращая ее в янтарь. А когда уходит море, когда оно отступает, когда у моря бывают отливы, и оно изменяет соснам, море считает, что можно за все расплатиться своим янтарем. Но соснам янтарь не нужен. Янтарь — это просто бывшие смолы, обыкновенные смолы, а не у сосен в крови. Сосны бежали к морю, они бежали к нему от других деревьев, по тропкам, по тропинкам, по скалам. Сосны бежали к морю, они бежали к нему от других деревьев. Соснам янтарь не нужен. Соснам нужно только море. А море от сосен ушло. Ты какая-то другая. И коса уложена. Просто я платье чистое надела. Ну, полей-ка. Не брызгайтесь. Боишься? А мне пора. А как же картошка? Некогда, Люба. Очень жаль. А я так старалась. Как-нибудь в другой раз. А он будет этот другой раз? Не знаю. Не думай. Я же говорил, что собака это не страшно. Ну, прощай. До свидания. А по-нашему прощай — это лучше, чем до свидания. По-нашему прощай — это завтрашнее здравствуй. А по-нашему это прощай. А я очень хотел бы к тебе еще прийти. Прощай. Жив? Жив. А что? Мало ли что. А я-то думал. Что? Не дождешься. Подожди. Не хватай. Ты все преувеличиваешь. Надоело, понимаешь? Надоело. Кто ты побил Зарецкого? Хотя он и сволочь. Но дуэль — это одно. А драка в кают-компании — это другое. Кто ты пообещал этому темрюкскому попу колокол и трое суток его буксировал из Батуми? Он валялся в хламе на морзаводе, я все равно шел в Керчь. А когда ты решил таранить лодку, ты думал о команде? Хорошо, что был туман. Она бы меня расстреляла. Ты носишь мундир. И будь добр, соответствуй. Я, может быть, тоже Моцарт.
душе. У меня все. Ты жестокий паренек, Баталин. И это все? Могила моряка, все море. Разрешите, товарищ комдив? Разрешаю. Клюет? Нет. И не будет камня. Вас это не касается. Согласен. Я ее задымлю с двух сторон. Кого? Лолу. Я ее подстерегу на чистой воде, и куда ей деваться? Разрешите, товарищ комдив? Пули ищешь? Разрешите, товарищ комдив. Разрешаю. Здравствуйте, Катюша. Привет. Бастуешь? Пустое дело это, тир. Закрывать его буду. Ну, скажи, ради бога, кому нужен тир на войне? Мне, мне он не нужен. Тебе видней. Буфет, конечно, важнее тира. Буфет, он и на войне, буфет. Буфет. Большой человек. Здравствуй, Катюша. Здравствуй, батя. Здравствуй, дорогой. Стреляй бесплатно, сколько хочешь. Тир закрывать будем. А я проститься пришел. Выпить хотите? Завязал. На войну? Вроде. Прощайте. Девочки, ну что решим-то? Кто пойдет приглашать, а? Кто? Я. Ну, что стоите, как застрахованные, а? Нам не хватало. Здравствуйте, ласточки. А я думала, что вы только с виду автоматчики. А в душе одиночные стрелки. Было время, да. Ну да. Ой, девочки, на нем форменка мною сшитая. Метку свою узнала. Но он лицо неприкосновенное. Значит так. Из автомата делаем пирамиду. Как вас зовут? Ставим при ней часового. Валя. А сами идем танцевать. Предохранитель поставил, а я сам сплошной предохранитель. Пойдем,
летают птицы. На дальние отмели юга лишь только почувствуют холод, лишь только приснится, лишь только приснится им вьюга, лишь только белой бересте чуть-чуть прикоснется осень, они покидают гнезда, они улетают в просень, они прокричат тревогу и небо землею простится. Они изберут дорогу, известную только птицам. Так было, так есть, так будет. Так было, так есть, так будет. Вот так улетают птицы. Вот так расстаются люди. Медник. Медник жив? Жив. Запивай. У меня в Польше брата убило. Отставить. А почему тебя Степик пузаном драстит? Говорят, что я до войны был толстым. А сколько ж тебе было до войны? Не знаю. Ну, прощай. Прощай. Отдать кормовой.
животных, Петров. Морской буксир. У тебя там друзья есть? Нет. Ход. Ответный семафор дать поскупились. Боитесь расчувствоваться? Перестань. Не перестану. Вы хорошие, храбрые, жестокие люди. И больше всего меня пугает вас. Ваше единодушие. Перестань. Не перестану. Перестань. Никогда! Бежишь? И тебя ненавижу. Они его приговорили. Кого? Матвея. Матвея. Ах, Катюша, вы ж про это ничего не знаете. Ничего не знаю. Выпить хотите? Хочу. 150? 300. Не может быть. Юровский, вы же морской офицер. Ну... Прощай. Мы в квадрате. Стоп. Катер. Это Евпаторийский. Он пойдет вместе с нами, будет ставить им завесу. Слева по борту вижу парусник. Thank you.
я любил скакать в Марокко, чтобы огорченными руками всех отрыть засыпанных песками. И жалел печальных бедуинов, ничего не знавших про дельфинов. А дельфины это те же дети, плачут, если их заманут в сети, не кричат, не рвут капрон, а плачут. Словно эти слезы что-то значат. А еще я думал об оленях, у отца усевшись на коленях. Как они бредут, забыв про отдых, мыть рога от крови в теплых водах. Как сорока любит олениху, как сорока бьет ворону лихо, если та над олененком кружит. Пусть охотники с оленем дружат, так просил я. Пусть его не тронут. И добавил, пусть слоны не тонут. Прижми. Прижми.
прижми. Он или не видит нас, или не хочет видеть. Часа выходим. По-видимому, мы уже не успеем. Но мы должны. Мы должны его увидеть. Скоро ты будешь взрослым. Больше будешь. И шире. Звезды бывают тоже маленькие. Те, что поближе, близкими, те, что подальше, дальними. Если ты счастлив, счастливыми, если грустишь, печальными. Звезды бывают крупными, в южных широтах яркими, спелыми, точно яблоки. Те, что сбивают палками, а иногда и тусклыми, точечками осинными. Эти зовутся грустными или попросту зимними. Сходят они далекими, то ранними, то поздними. Те, что одни одинокими, те, что вместе со звездными, звезды. Не умирают, вечно качают ветра их. Если нет звезд на небе, значит, ищи их в травах. Если травы пожухли, в море они зажгутся. Звезды не умирают, звезды еще вернутся. Весенними или зимними, туманными или ясными. Все звезды небесные синие. Thank you.